Ну, прикиньте, иду я такой по коридору сегодня мимо клетки с черепахой и вижу следующую картину. И мне кажется, этот чувак панцирный что-то замышляет очень недоброе. Я черепаха Самсон, вам меня не остановить, я убегу из этой проклятой клетки, вы беспанцирные ублюдки, сами жрите свою капусту, я захвачу мир, почти вышло еще немного, вот-вот я уже на свободе. Сволочи, Иуды, кто меня потянул за ногу, я видел, иди сюда, падла, я тебя сейчас разделаю, вот только перевернусь и кишки тебе выпущу. Ничего, ничего, в следующий раз я выберусь и ваш мир станет моим.